холле городской поликлиники номер 4 многолюдно. Пациенты пришли сюда не только для того, чтобы попасть на прием к лечащему врачу, но и отдать свой голос за медработника, который, по их мнению, должен стать победителем премии. Мне хотелось бы отметить специалистов, которые здесь работают. Вот в частности Никонова Наталья Львовна, заведующая терапевтическим отделением, которая очень грамотный, квалифицированный специалист, который умеет слышать пациента. Мне здесь очень нравится врач-невролог. Его фамилия Егоров. Очень хороший врач, обходительный, внимательный. Вот поэтому я вот хочу за него проголосовать. Тема премии в этом году – «Время быть здоровым», а номинации решили сделать свободными. Заслуженную награду получат специалисты, за которых больше всего нижегородцев отдадут свои голоса. Первая народная медицинская премия призвана не только определить лучшего врача, фельдшера или медсестру. Итоги голосования покажут степень доверия пациентов к медработникам. Мы надеемся, что вот эта премия, она привлечет к себе внимание не только с точки зрения того, что нашим врачам говорят спасибо их пациенты, но и с точки зрения того, что люди просто обратят внимание на то, на свое здоровье, на то, что надо проходить вовремя диспансеризацию. В совокупности система здравоохранения и здоровый образ жизни позволит нам выполнить указы президента. Первая народная медицинская премия проводится под патронажем правительства Нижегородской области. С каждым годом этот социальный проект привлекает все больше участников. Некоторые пациенты оставляют свои голоса впервые. Другие же поддерживают своих лечащих врачей на премии ежегодно и внимательно следят за судьбой своих героев. У нас нет какой-то очень жесткой градации. Вот это учреждение участвует, а это нет. Стойки мы устанавливаем 133 медицинских учреждениях, но любой человек может написать про любого врача, про любого фельдшера или медицинскую сестру, просто написав и указав, где работает этот человек. Оставить свой голос за лучшего медработника можно также на сайте 1nmp.ru. Голосование завершится через 3 месяца. Церемония награждения победителей первой народной медицинской премии традиционно будет приурочена ко Дню медицинского работника и состоится в июне. Валерия Стародумова, Алексей Завылов. Время новостей.